прививаем мы вакциной «Спутник 5». Мы вакцинировать начали перед Новым годом. На данный момент мы провакцинировали 280 человек. Из них второй этап, это через месяц, уже получило 100. Противопоказания, чтобы делать вакцину, это первое, острое состояние какого-либо заболевания на период, когда человек должен вакцинироваться. Второй момент, это обострение хронического заболевания на период, когда человек планирует вакцинироваться. И аллергическая реакция на вакцину. Что касается, часто задают вопрос, если человек переболел коронавирусом. Если человек переболел коронавирусом, 2 недели назад, прошло после заболевания 2 недели, уже можно вакцинироваться. Потому что антитела в активной фазе после заболевания остаются 2 недели. Уже можно. Ну, сохраняется до 3 месяцев после переболевшие, у переболевших людей антитела. Соответственно, дополнительно каких-то методов обследования для получения прививок нету. Если человек в последнее время не болел, не было каких-либо моментов, то он может смело прививаться. Антитела, есть мнение у людей, что нужно антитела сдавать, прежде чем это делать не нужно. Если вы чувствуете себя хорошо, и у вас никаких проблем в ближайшее время не было, то ничего не нужно. Идете и прививаетесь без проблем. Возрастная группа людей, которых нужно прививать, 18+. Три дня до прививки нельзя пить, 3 дня после прививки, как первое, так и второе. Не рекомендуется принимать алкоголь. То есть, если вы планируете привиться в какое-то число, то 3 дня до этого лучше не пить и 3 дня после этого не пить. И, соответственно, на вторую прививку то же самое. Что касается противопоказаний к второму этапу, их нету. Практически там противопоказания, это если... На первую была аллергия, на первый компонент, то второй компонент не делается. Второй момент, если человек переболел в период с первой по второй, то второй, мы его переносим на более поздний срок, второй компонент вакцины, но тоже его делаем. Записывайтесь по телефону. Там механизм прививки такой. Каждая ампула открывается на 5 человек. Поэтому мы собираем списки. Затем сотрудник ЦРБ обзванивает людей и говорит, допустим, к такому-то периоду приглашается такой-то, такой-то, такой-то. И эти люди приходят к определенному времени, 5, для них открывается. Там есть определенные сложности. Она должна храниться -8-18 градусов. Для этого мы покупали морозильные камеры. После того, как мы вытаскиваем, она только полчаса действует. Соответственно, для того, чтобы все сделать четко и правильно, мы собираем списки и приглашаем всех желающих. Вакцины должно прийти много, хватит всем. Соответственно, эти списки составляются. После того, как вакцина приходит, люди обзваниваем, смотрим на состояние. Второй этап, вот через 30 ровно дней. Мы будем прививать и выходные дни, все, чтобы было удобно прививки делать. Соответственно, 30 дней отчитываете, и в это время приглашается. Соответственно, 5 человек привилось первым компонентом, через 30 дней эти же 5 человек прививаются вторым компонентом. Мы приглашаем всех на вакцинацию. Вакцина хорошая, вакцину люди переносят легко. Бояться ничего не нужно. Мы все мониторируем и всех пациентов мониторируем. Сохраните свои жизни. Уберегите себя от этой страшной заболевания. Поэтому всех приглашаем, записывайтесь, всех привьем. Все желающие будут привиты. Это я вам гарантирую.